Как известно, в Израиле все происходит наоборот. Пишут справа налево, водят слева направо, и страну делят вдоль и поперек. Даже герои известных всем фильмов меняются ролями. Итак, представьте себе «Ирония судьбы» или «Как начинались легенды». Фу, наконец-то дома. Господи, а что так перегаром пахнет? Неужели соседям опять зарплату дали, а? Фу, так, все готово. Женщина? Женщина, проснитесь, женщина, вы кто, эй? Фу. Женщина, проснитесь. Ваша остановка! Женщина, вы кто такая, а? Так, я сейчас полицию вызову, все. О, скажи, что через аптечку проехали и цитрамончик у меня взяли, а то что-то прям как-то... Ой. Женщина, вы кто такая? Что вы делаете в моей квартире? Что это за шишка у вас на лбу, а? Идем сюда. Почему так путаются мысли? Отчего так часто меркнет свет? Потолок у входа очень низкий, а другого входа дома нет. Ой. Да вы пьяна! Это действительно. Можно мне плеснуть водички? Водички? Конечно. Пожалуйста. Поймала. Хорошо. Так, секундочку. А вы, собственно, кто? Вы что делаете в моей квартире? Ай, я поняла. Вы, наверное, сосед, а я дверь не закрыла. Нет, я помню, как я ее закрывала. Я еще себе губу прищемила. О, вы вор! Я сразу предупреждаю, у меня кроме Wi-Fi воровать нечего. Как я могу быть вором в своем собственном доме, а? Ну, слушайте, выметайтесь отсюда! Так, мальчик, я что, не по-русски разговариваю, а? Это мой дом, моя квартира, я здесь с дядей живу. Ты что, паспорт показать? Покажите мне паспорт. Тьф, с каких пор ворам паспорта показывают? Убедился? Улица Левина, 12, Нацрат Элит. Нацрат Элит. Нацрат Элит. То есть вы из Израиля, да? А-а-а. И вы сейчас думаете, что вы в Израиле, да? Глубочайший вам шалом. А теперь развернулся ножками топ-топ на улицу. Так, я не позволю, чтобы мной управляла женщина. А ваша мама знает об этом? Девушка, послушайте. Так. Это улица Ленина, так. 12, город Витебск. Повтори. Ленина, 12, Витебск. А где это? Около синего дома. Ой-ой-ой-ой-ой. Это я что же? Это я действительно не в Израиле, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Как же так получилось? Как же так получилось? Давайте вспоминать. А, понимаете, каждый год мы с девчонками ходим в баню. Мыться. Но не работать. И вот мы поехали провожать подругу в аэропорт, а там, видимо, все как в фильме, понимаешь? Как в фильме? Да. Ну, может быть, 20 лет назад я бы и поверил в эту легенду. Но как можно было перепутать электронные билеты в 2014 году, а? Мы стюардессы, мы самолеты перепутали. Так вы еще и стюардесс. Да, я птица высокого полета. Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Послушайте, птица моя, сейчас через минуту придет моя невеста, у нас с ней романтический ужин запланирован. Вам нужно как минимум спрятаться. Конечно, пупсик, нам не привыкать в евреям прятаться. Может, нам еще вашу территорию покинуть, а? Послушайте, вы метаетесь отсюда! Так, прекратите бунт.
Я не Иран, придерживать не буду. Привет, дорогой. Привет, 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 дорогая. Слушай, я тебе сейчас такое расскажу, умрешь со смеху. Представляешь, возвращаюсь я домой, а у меня на тахте спит совершенно незнакомая мне женщина. Представляешь, у нее просто адрес такой же, но только в Израиле. Прекрасно. А у нас в эфире рубрика «Как начинались легенды». То есть ты хочешь сказать, что у тебя на диване спит пьяная еврейская женщина, и зовут ее Эстер? Очень приятно. А ты, наверное, у нас царь. А я вообще вожди. Осталось только напиться и начать праздновать Пурим. Как знала, как знала. Так, вы кто вообще? Я, милочка, стюардесса. Чего желаете, курицу или рыбу? А, рыбу. А ты, курица? Или рыбу? Да как вы со мной разговариваете? Ой, дорогуша, это очень тяжелый процесс. Связки смыкаются, ротик открывается, звук выходит. Вот так. Да что вы себе позволяете? Вот иногда коньячок себе позволяю, чтобы связочки, значит, нормально смыкались, и я... О, могла с вами разговаривать. Это же коньяк 12-летней выдержки. Да ладно, смотри. Несовершеннолетняя, а как вставляет. А? Дорогой? Да-да. Можно тебе на секундочку? Конечно. Он ни в чем не виноват. Я ни в чем не виноват. Я сама открыла Она дверь. Она сама открыла дверь. Откуда у нее ключ? А, откуда у вас ключ? Я же паспорту. По мне что, не видно? Она же паспорту, по ней что? Перестаньте пудрить нам мозг! Допустим. Ключ тот же. Адрес тот же. А вы не обратили внимания, что здесь мебель другая? Господи, такая же здесь мебель, вон. Китайская. Так, мне все это надоело, я ухожу, а ты оставайся здесь с этим еврейским счастьем. Дорогая, постой! Упс. Меня невеста ушла. О, вернулась! Привет, дружище, привет, дорогой! Сколько лет, сколько зим! Слушай! На невесту пришли посмотреть! С другом тут! Показывай! Ну где же она? Невеста? Невеста твоя, где? Вот! Знакомьтесь, друзья! Моя невеста. Секундочку. Я, знаете ли, не его невеста совсем. Я из Израиля приехала. Я из страны, где 18-летняя девушка может стать дедом. Ты мне не рассказывал, что твоя невеста из Израиля. А, так она только по маме из Израиля, а по папе из Витебска, да. Слушай, было бы вообще классно, если бы ты был царем, а она вообще Эстер. Очень приятно, Эстер. Вот только ему до царя еще далековато. Ему до царя столько же, сколько вам до Джигурды примерно. Послушайте, вот вам 200 баксов, будьте моей невестой, окей? Ну, сочтем это браком по расчету. Здравствуйте, гости дорогие, проходите, пожалуйста, за стол. Сегодня для вас все только самое кошерное. Вот рагу из курицы, куриная отбивная, куриные окорочка и свинина. Как свинина? Не волнуйтесь, она тоже из курицы. Ну, как вы вообще? Потихоньку. Да вы не расслышали до конца. Как вы вообще сексом-то занимаетесь? Ну, потихоньку так потихоньку. Нужно принять для храбрости. Угу. Прими иудаизм. Настроение хорошее, может, споем? Если у вас нету визы, Израиль, вам не лететь. Если вам негде молиться,
Думайте сами, решайте сами, в мечеть или не в мечеть. Не в мечеть. Вчера заходил я в посольство, значит, без нижней одежды своей. Думайте сами, решайте сами, еврей или не еврей. Не еврей. Ну, друзья, вам, наверное, пора, да? Жена дома ждет. Точно. Так я же развелся. А хотите, я вам отвратный танец танцую? А, может быть, приватный? Не-не, я все четко сказала. Хотите? Давайте лучше споем. Печень у людей слабая, а моя одна на века. Долго я прожил с бабою, а хотелось за мужика. Поздно мы с тобой поняли. Ну, хватит, наверное, ребятки, хватит. Вам домой пора. Скоро футбол начнется. Наши с немцами играют, ну? Точно. Так я ж кёрлинг люблю. Ну что, дорогие друзья, у меня есть тост. Что-то есть в нашей невесте, если две полоски в тесте. Так. Скучно, да? Mm-hmm. А может, в конкурс сыграем со стульями? А, это я знаю, да-да-да. Это там, где все бегут, а одного стула не хватает. Нет, это там, где все бегут, а туалет занят. А давайте лучше споем. Ой, знаете что? Вот давайте, да. От вас давно уже хотим избавиться. Один вдруг тронется, другой останется. Уединиться бы с моей невестою. Так может вместе мы? Да нет, я как-то сам. Еще по рюмочке. И вот в лифте выпьете. А где у вас туалет? Вот там, где выпьете. И который час уже? Без двух минут пора. Сейчас обидимся. Ну, наконец, ура. Трамвай у вас уже вот-вот отправится. Вагончик тронется, а мы останемся. Ох. Так, все, пошли вон, ребят, все, пошли. Хватит. Друзья мои, 20 лет дружим. А в Израиле сейчас Пурим. Макароны все перед Песохом выбрасывают. А вот раз вы уже начали рассказывать про Израиль, скажите, вот что за название такое интересное, Мертвое море? А, ну понимаете, там просто очень много соли и нет ничего живого. Ага. Так это мне моя уже 2 года на обед Мертвое море готовит. А вот вы знаете, все очень вкусно сегодня приготовили. Да, это, кстати, рыба в сливочном соусе с беконом. Угу. Фу! Какая гадость! Какая гадость! Это ваша некошерная рыба! Давайте я вам лучше спою, а? Мне нравится, что вы ко мне домой. Такая вся нетрезвая попали. И люстру мне разбили головой. И сразу отрубились на диване. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы того не зная сами меня так треснули. За ваш ночной запой, за нежность слов, мерить за плечи, что у вас под головой, за голову над вашими плечами, за то, что веры вы, увы, иной, за то, что я, увы, болею вами.
Вы очень красиво поете. Спасибо. А у вас очень красивые губы. Прямо как у моей мамы. А ну скажи, заткнись. Заткнись. Мама. Потеряла. Потеряла. Ну где же они? Что? Они видели? Что? Потеряла. Что ты потеряла? Свои лучшие годы. Господи, да ты пьяна. Я тебя никогда такой не видел. А ты меня еще на выпускном не видел? А ты придешь, когда темно, когда в глазах уже все кругом. И тут я вспомню, как давно не занимались мы друг другом. А ты не вспомнишь все равно. Не отрекаются, любя, от атеизма и ислама. Я 300 грамм взяла на грудь и стать уже готова, мама. Но не минувших не вернуть. Эстер, вы знаете, мне кажется, вам пора. Я понимаю, вы меня гоните? Да нет, ни в коем случае. Я просто не хочу портить жизнь ни вам, ни своей невесте. Я все понимаю. Видимо, действительно, так и должно было закончиться. Хотите, я передам записку в стену плачу? А, да, конечно, обязательно. Вот. Хлеб, молоко, яйца, что это? А, нет, нет, что вы. Вот. Прощай. Сроднясь земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Ты посмотри, действительно все как у меня дома в Витебске. Ничего себе. Эй! Эй, просыпайся, я в Израиле, я приехал к тебе. Эй, просыпайся. Ваша остановка! Это ты! Боже мой, как я счастлива! У меня к тебе одна просьба. Все что угодно. Слезь с моей ноги. О, прости, пожалуйста. Как я рада. Привет, привет, а я-то как рад. А как же... Моя невеста? Она меня бросила, представляешь? Вышла замуж за какого-то перса Амана. У них даже дочь родилась, Анна Амановна.
Ты знаешь, мне кажется, все-таки очень красивое начало легенды мы с тобой придумали. Да ничего мы не придумывали. На самом деле легенда существует давным-давно, ну как минимум лет 20. И каждый год на праздник Пурим будет начинаться вновь и вновь. Вы считаете меня наивным? Поживем, увидим. Сколько лет мы пытались дописать этот куплет. Нам до песни не хватало пары слов, волшебных слов, чтоб передать мечту, и добрых слов, чтоб передать любовь вам вновь и вновь. И куда нас какие не бросали города, по иронии судьбы из года в год спаси народ очередной весной тот народ, что на земле святой. Не зная боли, не зная слез, смеясь меняли роли, но играли всерьез. Растопить кусочек льда, растопить кусочек льда.